7,5 миллионов потратят на проведение «Татар-Жиры», сказали сегодня на пресс-конференции в Татмедиа. Фестиваль пройдет 22 декабря. Статуэтки из золота, серебра, бриллиантов и хрусталя получат 24 исполнителя. Победители выберут по итогам хит-парадов на телевидении, радио и в интернете. Прямую трансляцию концерта будет вести татарский музыкальный канал. Мы оставили, опять же, видеопролог, отдавая дань традиции. У нас на сцене будут работать экраны, потому что мы решили, что это, наверное, самый такой яркий ход и интересный ход, который хотелось бы сохранить. Мы его сохраняем, то есть мы будем пользоваться активно видеоконтентом. Причем в этом году будет минимализировано количество таких настоящих, натуральных съемок, да, то есть все чаще будут использоваться футажи. Для тех, кто не знает, я скажу, что это, в общем, ну, давайте по-простому, это компьютерная графика.